Кеберн, как поживаешь? Привет, Лолита! Все хорошо! Я собрала эти розы для Марии. Окажи мне услугу, передай ей их, Бернард. Конечно, Лолита. Мария будет очень рада. А где Диего? По-моему, где-то на пастбище. Так что мы планируем перевести коров на другое поле, а здесь выращивать овец. Правда, Диего? Что случилось? Что-то в глаз попало. Не нужно тереть руками. Сейчас вытащу. Диего! Лолита! Не буду вам мешать. Лолита, подожди минутку, ты не так поняла. Ей просто что-то в глаз попало. Ее зовут Кала, она с Ранчо Боро, в нескольких милях отсюда. Мы купили овец у ее отца, она пришла сказать, что они уже здесь. Что такое, Диего? Ты что, думаешь, я ревную? С чего бы мне ревновать того, на кого ни одна девушка не посмотрит? Лолита, ну зачем ты так? Может, я и ошиблась. Похоже, одной девушке ты все-таки нравишься. Опасное наследство. Итак, ты понял, Гонсалес, никто не должен проникнуть в город, пока не наступит ночь. Да, сеньор, конечно. Поехали на следующий пост. Да, сэр. Здравствуйте, Диего. Не скажете ли, куда направляетесь? Мы едем в соседний город забрать овец, который купил мой отец. Передайте своему отцу мои поздравления и желаю приятного дня. Хорошо. Мы еще заедем посмотреть, как у тебя дела, Гонсалес. Никуда не отлучайся. Передайте поздравления отцу и желаю приятного дня. Что случилось с командиром Раймондом? У него есть причины быть в хорошем настроении. Послезавтра он сможет распоряжаться всем имуществом Фернандеса. Сеньора Фернандеса? Самого богатого человека в городе, того, что умер 6 месяцев назад? Именно. Помните, что произошло в день его похорон? Конечно, на церемонии присутствовал сам сеньор Раймонд. Мы все знаем, что у сеньора Фернандеса не было семьи. Поэтому все его имущество перейдет в собственность испанской армии. Простите, сеньор, боюсь, вы ошибаетесь насчет семьи Фернандеса. Что? О чем вы говорите? Кто вы такой? Вы не из нашего города. Мое имя Лопес. Я адвокат семьи Фернандес. Здесь у меня завещание сеньора Фернандеса, в котором он оставляет все свое имущество и деньги своей жене и дочери. Жене и дочери? О чем вы говорите? Фернандес не был женат. Это не так, командир. Он жил с женщиной по имени Сара и дочерью Ханы в другом городе до того, как переехал сюда. И где они? В настоящий момент я не могу сказать, где они находятся. Мой долг разыскать их, и по закону у меня есть еще ровно 6 месяцев. Если в течение 6 месяцев они не найдутся, тогда все перейдет армии. 6 месяцев. Так вот, срок действия завещания истекает завтра после полуночи. Теперь я понимаю, почему Раймонд такой довольный. Видимо, адвокату так и не удалось разыскать семью Фернандеса. И Раймонд собирается забрать все земли и деньги Фернандеса себе? Да, ну, в общем-то, это так. Подождите, сержант Гонсалес, а вы что делаете на этом посту? Мы стоим здесь на случай, если появится его семья. У меня приказ не пускать их в город. Пропустите этих двоих. Я так и знал, что Раймонд задумал что-то недоброе. Нам нужно идти, скоро стемнеет. Да, ты прав. Что там у Текла, Диего? Похоже на ботинок. Текл, ко мне. Диего, быстрее сюда! Что с вами, сеньорита? Где? Где я? Вы на границе Сантаско и Сан-Петел. Что с вами произошло? Я направлялась в Сантаско заявить права на наследство, которое оставил мне отец. Солдаты остановили меня и, увидев мой крест и цепочку, погнались за мной. Мне едва удалось убежать. Это солдаты! Все будет в порядке. Бернард, собери овец и приведи их сюда. Хорошо.
Диего, ты не видел светловолосую девушку лет 17-18? Нет, сеньор, мы никого не встречали, а мы здесь уже давно. Лейтенант, только Лолита дала вам отворот-поворот, и вы уже нашли себе другую? Маленький негодяй, ты еще смеешься? Нет, нет, что вы, эта девушка упала в реку, ее унесло вниз по течению. Возможно, ты прав. Она может быть где угодно. Нам нужно обыскать весь берег. Думаю, лучше разделиться. Вы поезжайте вперед, а я вернусь на пост. Хорошо, сеньор, за мной. Можешь выходить, они ушли. Здорово придумано. Не забудь, у нее светлые волосы, на вид 17 лет. И ее можно узнать по золотому крестику, который она носит на шее. Эту девчонку необходимо найти и арестовать. Можете на меня положиться, сеньор. Моей любимой дочери Ханни, твой отец Карлос Фернандес. Значит, ты на самом деле его дочь? Да, я не думала ехать сюда. Когда я узнала, что отец умер, я не хотела иметь никакого отношения к его состоянию. Но почему? Да, твой отец ведь был богачом. Он бросил нас, когда я была еще ребенком. Я не хотела иметь с ним ничего общего. Но теперь у меня нет выбора. Что случилось? Когда отец бросил мать, она открыла сиротский приют. В прошлом году она умерла, и мне пришлось ухаживать за детьми. Но теперь у меня совсем не осталось денег. Мне нечем кормить детей. Я должна была что-то предпринять. Так вот почему ты здесь. Да. Но мне вовсе не нужны все деньги отца. Только немного, чтобы хватило на приют. Мы поможем тебе, Хана. Но Раймонд расставил посты по всей границе, Диего. Как нам пройти мимо солдат? Не волнуйся, Бернард. Я знаю, что нам делать. У тебя есть план? Для начала нужно спрятать доказательства. Так никто не узнает, кто она на самом деле. Это хорошая идея, Диего. Но солдатам известно, как я выгляжу. А вот тут начинается вторая часть плана. Что? Так, креста ни у кого нет. Вы все вытащили из карманов? Да, но зачем вы нас обыскиваете, сержант Гонсалес? Без болтовни, это военные дела. А это что за парень, Диего? Ну, понимаете, мой отец только начинает заниматься овцами. А это пастух, он должен научить нас ухаживать за овцами. Чужакам в город входить запрещено. Но у нас есть с собой старое вино. Мне жаль, Диего. Пусть приходит послезавтра, а мы с радостью его пропустим. Договорились? Что же мне делать? Мы ничего не знаем об овцах. Чуть не забыл, у отца осталось немного старого вина, которое вам так нравится. Вам не нужно немного? Старое вино? Это полностью меняет дело. Пропустите их немедленно. Быстро, быстро, быстро. Есть! Подождите-ка. Что случилось? Все дело в этом пастушке. От него воняет. Эй! А? А, ужасно воняет. Тебе нужно хорошенько вымыть его. Не то над ним будут смеяться. Хорошо, сэр. Обязательно вымою. Как ты мог нацепить на Хану эту грязную тряпку? Неужели не мог найти что-нибудь, что не так воняет овцами? Прости, Хана, я сразу не заметил, что этот плащ так сильно воняет. Думаю, так даже лучше. Никто меня не узнает, потому что никто не захочет ко мне приблизиться. Видишь, даже Хана считает, что это была хорошая идея. Она сказала не совсем так. Не видели никого подозрительного. Много народу прошло. Только Диего Вега и парень с его ранчо. Я их видел сегодня. С ними еще был какой-то молодой пастушок. Что? Гонсалес! Звали, сеньор. Я не велел тебя пускать в город чужаков. Все в порядке, лейтенант. Это был всего лишь пастух, которого Диего взял, чтобы он помог ухаживать за овцами. Болван! Мы видели их час назад одних. Ты пропустил девчонку. Но... Спасибо. Думаю, будет лучше, если ты переночуешь здесь.
Как мне отблагодарить тебя, Диего? Ты столько сделал, чтобы помочь мне. Спасибо тебе от всего сердца. Диего? Привет, Лолита. Что ты здесь делаешь в такой час? Ты просил принести вина твоему отцу. Ты что, не помнишь? Ах да, спасибо. Мне нужно отдать его сержанту Гонсалесу. Отдать ему отличное старое вино? Для этого есть очень веские причины. Кстати, а кто этот мальчик? Ах да, позволь познакомить тебя с ней. Что значит с ней? Лолита, ты опять все не так поняла. Это девушка! Здравствуйте, как поживаете, Йоханна? Что происходит? Это долгая история, Лолита. А по-моему, это был долгий поцелуй. Лолита, да подожди же. Спасибо, что помогла мне отыскать девчонку, Лолита. О, нет, Габриэль! Что здесь происходит? Где золотой крест, Диего? Я не знаю. Слушай меня, Диего, ты очень сильно разозлил меня сейчас. По-моему, с него хватит. Спасибо, лейтенант. Диего, малыш, что с тобой случилось? Зачем ты пошел против армии? Я думал, что мы с тобой друзья, а не враги. Но я ничего не делал плохого, командир, честно. Тогда зачем ты провел в город дочь Фернандеса? Что заставило тебя пойти на предательство? Но разве вы сами не поступили бы так же? Что? Разве вы смогли бы отказать, когда такая красавица просит вас о помощи? Даже если кто-нибудь найдет крест, без девчонки от него никакого толка. Нам нужно только продержать ее здесь до послезавтра, и все будет в порядке. Смотри в оба, Габриэль, она не должна сбежать. Да, сеньор? Но вы должны пустить меня, сержант Гонсалес. Я должна поговорить с Диего. Он заигрывал с этой девчонкой, позабыв обо мне. Мне жаль, Лолита, но я не могу позволить тебе увидеться с Диего. Прошу, сержант Гонсалес, на минутку ради меня. Прошу. Лолит, что ты делаешь? Перестань. Это же старое красное вино. Оно будет вашим, если пустите меня поговорить с Диего. Нет, нет, я не могу, Лолита. Нет? Какая жалость. Придется отнести его домой. Нет, так нельзя. Хорошо, я дам вам всего 3 минуты. Поторопитесь. Спасибо вам, сержант. Диего? Лолита, что ты здесь делаешь? Тише. Прости, что рассердилась на тебя. Бернард мне все рассказал про Раймонда и завещание Фернандеса. Могу я что-нибудь сделать, чтобы помочь Ханне? Да, слушай. Нужно, чтобы ты... Негодяй! Только и делай, что глазеешь на других. Как ты мог так поступить со мной? Больше слова тебе не скажу, Диего. Ох, сержант, теперь мне куда легче. Да не за что, Лолита. Не понимаю, зачем вам понадобилось столько нарядов, Зорро. Подожди, скоро увидишь. Лолита, этот хлеб вам подойдет? В самый раз, Мария. Бернард, дай мне золотой крест Ханны. Сеньор Лопес, вы можете начать готовить бумаги. Время почти вышло. Нет, мы должны подождать еще 1,5 часа. Войдите. Священник прибыл, командир. Для чего вы вызвали меня в такой час, командир? Простите, святой отец, но сегодня в полночь истекает срок действия завещания Фернандеса. Мне нужен официальный свидетель, чтобы передать армии все его имущество и деньги. Лейтенант, вы можете вернуться на свой пост. Есть. Командир, сеньор Вега прислал для вас хлеба и вина. Это не поможет ему вытащить Диего из тюрьмы. Но я не против того, чтобы его подарки принесли сюда. Итак, все помнят, что нужно делать. Да! Бернард, просто удивительно, до чего тебе идет маска Зорро? Посмотри только на эту парочку. Да, это мои друзья. Им так хотелось примерить костюм Зорро. Это так весело, правда? Для меня это большое удовольствие. Все спокойно, Гонсалес. Да, сеньор. Осталось еще 50 минут. Сеньор, там Зорро, смотрите. Взять его. Оставайся здесь, Гонсалес. Вон он, сеньор. Иди сюда. Что происходит?
Вон он где! За ним! Быстрее! Ага! Назад! Он наверху! Да нет, вон же он, болваны! Все сюда! За мной! Здесь остались только мы. Зоро как будто повсюду. Он же здесь, кретины! Схватите его! Что здесь происходит? На вашем месте я бы отправилась вздремнуть, Гонсалес. Хорошо. Спасибо, Лолита. План оказался прекрасным, разве нет? Лошадь и повозка стоят у черного хода. Вам стоит поторопиться, Диего. Времени осталось немного. Спасибо, Бернард. Пойдем, Хана. А как же я, Диего? Ты не хочешь поблагодарить меня за все, что я сделала? Ты просто болван, Гонсалес. Девчонка сбежала. Это голос Габриэля. Я задержу его. Тебе нужно ехать. Вперед! Диего! Это твоих рук дело! Нет, лейтенант, вы все не так поняли. Это все Зорро, он меня заставил. Ну ладно. Просто скажи, куда побежала девчонка? Правда, сеньор, вы должны мне поверить. Это Зорро меня заставил. Зорро! Хорошо, хорошо, я тебе верю. Теперь уйди с дороги, убирайся, говорят тебе. Прошу, прошу, поверьте. Прочь, Диего! Какой же он болван все-таки. Лучше бы тебе было оставаться в тюрьме, малышка. Кто стрелял? Откуда? Зорро! Я рассчитаюсь с этим негодяем. Да! Боюсь, вам придется простить нас, лейтенант. Молодая девушка торопится на свидание. Этот голос... Знакомый голос. Осталось всего 2 минуты. Ровно через 2 минуты имущество Фернандеса будет принадлежать испанской армии. Господа, прошу присоединиться ко мне. Выпьем за это событие. Сеньор Вега щедро одарил нас едой и вином. Что это значит? Позвольте представить вам сеньориту Хану Фернандес, полноправную наследницу состояния Фернандеса. Зорро! Взять его! Остыньте, сеньор Раймонд. Тебе это так просто не пройдет, Зорро. У тебя нет доказательств, что она дочь Фернандеса. У нее должен быть золотой крест. Ты знаешь об этом? Он... Вот видите, это просто самозванка, которая выдает себя за дочь, чтобы присвоить себе его состояние. Не дайте одурачить себя. Вы признаете, что она действительно дочь Фернандеса, если она покажет крест? Разумеется. Так вот же он. О чем ты говоришь? Посмотри внимательно, Раймонд. Ха! Но как? Святой отец, вы найдете надпись на кресте? Прочтите вслух. Моей любимой дочери от твоего отца, Кареса Фернандеса. Это правда, господа, дочь Кареса Фернандеса? Мои поздравления, Ханна. Нет, остановитесь! Был рад видеть вас, командир, но, боюсь, мне пора идти. Что вы встали? Догнать его! Смотри, Бернер, еще один человек в костюме Зорро. Интересно, кто это был? Это был настоящий Зорро. Что? Ты что, не видишь, Лолита?
Я поймаю тебя, Зорро! Ты не уйдешь! Вы очень щедрые, раз решили пожертвовать половину состояния церкви, Ханна. Спасибо. Деньги мне нужны только для сиротского приюта. Кто-нибудь видел Диего? Нет, Лолита, он не приходил. Диего такой трусливый, наверняка где-нибудь прячется. Нет, я уверена, что сейчас он храбро сражается с врагами. Что? Сражается. По-моему, они уже выдохлись. Мы можем возвращаться.